гостя. Однажды, весенней мартовской ночью, волею судеб 15 человек были заброшены в микроавтобус. Они возвращались этой ночью из города татарского Перцк после участия в фестивале «Романтика романса». Все эти люди были из вокального ансамбля Владимира Николаевича Лохметова. И если бы это были самые обычные люди, обыватели, то с ними бы, наверное, приключилась такая же история, как с людьми из фильма «Гараж» Эльдара Рязанова, в замкнутом пространстве. Но это оказались необычные люди, это оказались люди очень хорошие, творческие. И, как известно, у хороших творческих людей всегда есть с собой что? Баян, гитара и хорошие песни. И хотя этой ночью баян не порвали, но тем не менее гитару настолько усердно на ней играли, что гитару протерли медиатором. И я сейчас раскрою секрет. Вот у Жени... Да, вот на гитаре такая наклеечка, которая загораживает эту дырку, которую протерли. Вот такая вот замечательная наклейка. Вот, и тогда, вот когда сложилась эта замечательная дружеская атмосфера, родилась творческая какая-то атмосфера, Владимиру Николаевичу пришла эта идея возродить еще раз этот опыт, но уже в большем масштабе и с большим количеством людей. И, конечно, как Владимир Николаевич уже сказал, ребята наши согласились, им это стало интересно, и так и появился наш сегодняшний концерт. Прежде чем сказать еще несколько слов, прежде чем начать, перефразируя известного классика, хочется вспомнить слова. В нас пропал дух коллективизма. Мы перестали ходить друг к другу толпой в гости, весело общаться, играть и петь на гитаре, играть и петь под гитару. Вот. Поэтому у нас сегодня здесь как раз, ну, может сказать, и не концерт. Хотя подготовка велась как к настоящему концерту. Репетировали, подбирали программу, решали всякие технические задачи, печатали афиши и так далее. Но, по сути, это все-таки такая дружеская встреча, приятные воспоминания, как вот сейчас было спето, да? Общение, знакомство. Вот. И поэтому мы будем слушать всеми любимые песни. Очень будем рады, если вы будете петь вместе с нами. А одну песню точно вы знаете, хотя бы одну из всей программы. Вот. И вы уже услышали песню, которая называется «Приятно вспомнить заката» из кинофильма «Три мушкетера». Песня о том, что есть и было хорошего, как хорошо вместе посмеяться, попеть, почитать стихи. Ну и сейчас, чтобы немножко поднять настроение, улетает туча на стихи и слова, на слова и музыку известного нашего Виктора Резникова из репертуара Аллы Пугачевой. Улетай скорее, улетай!
Thank you.